Вы смотрите обзор товара теплицы Zotzeink. Трубы бета минус 6 на 1 метр плюс поликарбонат. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. В комплект входит сотовый поликарбонат стандарт, стандартной плотности. При желании можно заказать поликарбонат более высокой плотности, medium или premium. Оставляйте свои пожелания в комментариях при оформлении заказа. Теплица бета комплектация. Каркас теплицы бета сделан из прочной оцинкованной трубы 25 на 25. Покрытие для теплицы – сотовый поликарбонат. Он плотно прилегает к каркасу, создавая в теплице идеальный микроклимат для растений. Форма теплицы – арочная. Ширина новой теплицы бета – 3 метра. Это самая оптимальная ширина для удобной посадки и обработки грядок. В такой теплице можно сделать 2 или 3 грядки, за которыми будет удобно ухаживать. В каждом торце новой теплицы бета есть удобная дверь с форточкой. С их помощью в жару можно обеспечить легкое проветривание. В базовом комплекте расстояние между дугами в теплице бета 1 метр. Выдерживает такая теплица 50 кг на М2 снеговой нагрузки. Дополнительно к каждой дуге можно докупить телескопическую опору. Телескопическая опора существенно повышает устойчивость теплицы в зимний период. Телескопическая опора под каждую дугу увеличивает снеговую нагрузку для теплицы с расстоянием между дуг 1 метр до 170 кг на М2. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.